Давайте закроем глаза. Верните ваш ум в настоящий момент. Здесь и сейчас. Чтобы настроиться на занятия, три раза споем гармонизирующий звук ом. Сделаем вдох поглубже. Подышим, используя 100% возможностей своих легких. Сделаем полное йоговское дыхание. На вдохе начните надавать живот. И продолжаем вдох. Грудная клетка наполняется. Еще немного вдыхаем. Слегка приподнимаются ключицы. С выдохом расслабляем ключицы, грудную клетку и живот. Вдох, живот. Грудная клетка. Еще чуть-чуть. Выдох. Расслабляем ключицы. Грудную клетку. И живот. Продолжаем самостоятельно. Плавное, глубокое, длинное дыхание. Что-то меня выбросило. Вы подышали? Полное йоговское дыхание. Давайте подышим капалабхати. Активные выдохи. С каждым выдохом втягиваем живот вовнутрь, немного сжимаем внутри. Обычный вдох, живот расслабляем. И активный выдох с усилием. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Продолжаем. И последний раз. Затаимся внутри себя. С закрытыми глазами понаблюдаем.
Подышим капалабхати, второй круг. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Продолжаем. И последний раз. Понаблюдайте, как все тело просыпается, и как силы поднимаются в область головы. Больше внимания. И сделаем еще один круг капалабхати. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Продолжаем. И последний раз. Хорошо. Мы сделали три круга, но я хочу, чтобы мы сделали еще раз. Вот Света хорошо делать, прям активно. Илья вроде бы тоже. Остальные, но как-то или не видно мне на камеру. Вы, когда выдыхаете, вы прям прикладываете усилия, силой втягиваете живот как можно глубже вовнутрь, чтобы эти мышцы живота, они помогали выталкивать воздух, да, как бы помогали делать выдох. И как можно глубже втянуть. И вы даже можете, вот выдохнули, втянули живот, и продолжать втягивать его еще немножко, там буквально секунду. А затем расслабляем живот, и вдох происходит сам по себе. Ну, понятно, что конфигурация разная, да, не у всех получается так его двигать. Но как получается, старайтесь прямо вот с усилием как можно глубже его втягивать. Давайте попробуем. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Продолжаем. И последний раз.
Давайте сделаем с вами такое упражнение еще дыхательное. Ляжем на спину. Разместите ладонь на животе. Закройте глаза. И на вдохе выталкивайте живот вверх. Надувайте его. Толкайте пупок вверх. А с выдохом расслабляем и втягиваем. Если живот не втягивается, можете ладонью немного помогать. Чуть-чуть надавливать на живот. Вдох, плавно. Вдуваем живот. Округляем его. Выталкиваем вверх. Выдох. Медленно расслабляем. И втягиваем. Продолжайте. Вы подышите, а я посмотрю, как у вас животы двигаются. Хорошо, достаточно. Можно садиться. Очень хорошо у вас все двигается. Просто на камеру, видимо, не видно, когда сидим. Так все нормально. Ну, если захотите дополнительно с этим поработать, вы можете вот так же лежа на спине иногда дышать. И можно что-нибудь просто на живот класть. Там, не знаю, телефон, да, или там книжку, и наблюдать, как оно двигается. Это поможет и в полном йоговском дыхании затем двигать животом, да, когда мы все отделы легких задействуем, и в капалабхате, и в агнисаре тоже. Давайте сделаем агнисару. Вместе сделаем вдох, с выдохом наклон, вперед и вниз со звуком. Задержка дыхания, подбородок к груди, поднимаемся. Двигаем животом на задержке. Не дышим и двигаем животом вперед-назад с любой скоростью, как получается, как вам нравится. И расслабьте. Несколько мгновений с закрытыми глазами. Повторим снова. Вместе вдох, выдох, наклон, вперед и вниз со звуком. Задержка дыхания, подбородок к груди, двигаем животом. И расслабьте. И еще раз повторим. Вместе вдох, выдох, наклон, вперед и вниз. Задержка дыхания. Подбородок к груди, двигаем животом. Расслабьте. Давайте перейдем в позу стола. Немного разомнемся. Вращаем тазом.
Несколько раз в другую сторону. Хорошо, покачаемся из стороны в сторону тазом. Больше потянитесь к полу вправо и влево. И теперь давайте заведем левую ладонь за голову. На вдохе поднимаем левый локоть, разворачиваем корпус в левую сторону. Выдох, опускаем. Вдох, снова поднимаем. Выдох. Опустим и продолжим. Последний раз и поменяем руки. Вместе с дыханием. Последний раз. Хорошо, расслабьте. Давайте перейдем в прямую линию. Дандасан. Поднимем колени, встанем на носки. Пятками потянемся назад. Колени втянуть. Живот втянуть. Ягодицами потянуться назад к пяткам. Ладони под плечами. Макушка вперед, наверх. Не бросайте голову. Старайтесь выстроить все тело в одну прямую линию. Убедитесь, что таз не поднимается, что это не похоже на собаку мордой вниз. И также, что таз не опускается, и это не похоже на собаку мордой вверх. Давайте попробуем вместе. Перейдем в собаку мордой вниз. Поднимем таз. Можно пятками потянуться к полу. Выпрямить ноги. Грудью потянуться в сторону бедер. И плавно возвращаемся в прямую линию дандасана. И теперь аккуратно опустите таз и потянитесь грудью вперед. Взгляд наверх направьте. С выдохом перейдем в собаку мордой вниз. На вдохе плавно возвращаемся в прямую линию и сделаем собаку мордой вверх. Урдва Мукха Шванасана. Выдохнуть, вернуться в собаку мордой вниз. Адха Мукха Шванасана. Вдох. Плавно через прямую линию переходим в собаку мордой вверх. Выдох. Собака мордой вниз. Без рывков делайте очень плавно. Вдох. Опускаем таз. Выталкиваем грудь вперед. Смотрим вверх. Выдох. Собака мордой вниз. Если устали, отдыхайте в позе ребенка. Мы сделаем еще несколько раз. Вдох.
Собака мордой вверх. Выдох. Собака мордой вниз. Вдох. Собака мордой вверх. Выдох. Собака мордой вниз. И последний раз. Собака мордой вверх. Собака мордой вниз. И опустим колени. Отдохнем в позе ребенка. Ягодицы на пятки, лоб на коврике. Вытянем правую руку в левую сторону, под левой рукой. Опустите голову на пол и поднимите левую руку вверх. Разверните корпус. Подышим. Хорошо, опустим, поменяем. Правая рука вытягивается, левая рука вытягивается в правую сторону. Голова остается на полу и поднимаем правую руку вверх. Хорошо, опустим. Вытянем руки вперед. Поднимаемся в позу стола. И снова сделаем собаку мордой вниз. Адда Мукха Шванасана. Ноги на ширине таза, стопы параллельно друг другу. Пятками тянемся вниз. Ягодицы, копчик и таз вверх. Потянуться грудью в сторону бедер. Выпрямить всю спину. Убедитесь, что шея не напрягается. Шея нейтральна. И плечи уводите от шеи, чтобы не зажимать ее. На вдохе шагнем правой ногой вперед между рук. Выдохом приставим левую ногу вперед к правой. Вдох, правая нога назад. И приставим левую ногу назад к правой. Прямая линия. И затем собака мордой вниз. Теперь поменяем. На вдохе левая нога вперед. Выдох, правая. Вдох, левая назад. Приставим правую. И с выдохом собака мордой вниз. Вдох, правая нога вперед. Левая. Вперед, выдох. Вдох, правая назад. Левая назад. И с выдохом собака мордой вниз. На вдохе левая нога вперед. Выдох, правая. Вдох, левая назад. Правая назад. Выдох, собака мордой вниз. Вдох, правая нога вперед. Выдох, левая. Вдох, правая нога назад. Левая назад.
Выдох, собака мордой вниз. На вдохе. Шагнем левой ногой вперед. Выдох правой. Вдох, левая назад. Правая назад. Выдох, собака мордой вниз. На вдохе. Правой вперед. Выдох левой. Вдох, правая назад. Левая назад. Собака мордой вниз. Вдох, левая нога вперед. Выдох, правый. Вдох, левая назад. Правая назад. Собака мордой вниз. И отдохнем в позе ребенка. Опустим колени. Ягодицы на пятки. Лоб на коврике. На вдохе с круглой спиной, позвонок за позвонком. Поднимаемся, садимся. И давайте вытянем ноги вперед. Соединим их вместе. Выпрямим спину. На вдохе руки через стороны поднимем. Потянемся вверх. И с выдохом наклон вперед и вниз к прямым ногам. Возьмитесь руками за большие пальцы ног, если достаете. Если у вас так же, как у меня сейчас, округляется спина, старайтесь ее выпрямить, вытолкнуть грудную клетку вперед, плечи потянуть назад. Если все равно округляется, то можно согнуть ноги в коленях, больше вытянуться. Тянитесь больше грудью вперед, макушкой вверх, удлиняя весь позвоночник. И сохраняя это движение, сохраняя спину прямой, можно начать выталкивать ноги вперед, выпрямлять их. У кого спина и так прямая, тянитесь ниже. Грудью, животом, ближе к бедрам. Можно соединить два движения. На вдохе немного вытягиваемся и удлиняем весь позвоночник, а с выдохом наклоняемся больше к ногам. Затем снова вдох, вытянуться больше, выдох, чуть-чуть ниже к ногам и продолжите. Можно закрыть глаза и подышите, подвигайтесь вместе с дыханием. Хорошо, на вдохе поднимаем руки вверх и с выдохом через стороны опустим. Ладони за спиной упираются в пол. Направьте ладони вперед в сторону ног. На вдохе поднимаем таз, потянемся животом, бедрами вверх. Доведем до прямой линии ноги, корпус и опустим. Стопы поставьте на пол. Постарайтесь коснуться полностью стопой пол носками. Можно расслабить голову, если вам это комфортно. Если возникают неприятные ощущения, то голову можно не запрокидывать назад. Если вам так тяжело стоять, вы можете опустить таз, вернуться в исходное положение и затем снова подняться, потянуться тазом вверх, носками вниз к полу. Снова опустить таз, расслабить руки и снова плавно подняться. И так несколько раз делать в динамике.
Хорошо, достаточно. Скрутить со себя. Левую ногу оставим прямой. Правая стопа за левое колено упирается в пол. Правое колено направьте вверх. Выпрямим спину. Правая рука за спиной. Левая рука на вдохе через сторону поднимается. Выдох. Завести левый локоть за правое колено. И скрутить корпус в правую сторону. Подышим. Следите, чтобы правое плечо не поднималось. Макушкой тянемся вверх. Подбородок чуть-чуть вниз в сторону груди. Аккуратно возвращаемся в центр. Поменяем ноги. Выпрямляем правую ногу. Сгибаем левую. Левая стопа за правое колено упирается в пол. Левое колено смотрит вверх. Левая рука за спиной. Вдох. Правая рука через сторону поднимается. Вытягиваем правый бок. Выдох. Заводим правый локоть за левое колено. И скручиваем корпус в левую сторону. И снова проверьте ваши плечи. Убедитесь, что левое плечо не поднимается. Хорошо, возвращаемся в центр. Давайте сделаем бабочку, баттхаконасану. Стопы соединим вместе, обхватим носки руками, выпрямим спину и помашем коленями и бедрами вверх-вниз. Можете вот так покачаться, так чтобы то одна нога, то другая касалась пола. Можно помахать коленями, бедрами, постучать с ними об коврик. Хорошо. Больше потянитесь грудью вперед, плечи назад, макушка вверх. И с выдохом наклонимся вперед и вниз. Закроем глаза, подышим в этом положении. И на вдохе поднимаемся. Давайте ляжем на живот. Ладони под плечами, локти ближе к бокам, ноги вытянуть назад, носки потянуть назад. И на вдохе поднимаем грудную клетку, позвонок за позвонком, поднимаемся от пола. Плечи потянуть назад и вниз, все больше. И подняться выше. Расслабьте лицо.
Хорошо, ложимся. Снова на вдохе поднимаемся. На этот раз полностью выпрямите руки. И аккуратно ложимся. И снова поднимемся. И поднимите ладони от пола. Без помощи рук потянитесь грудью вперед и немного наверх приподнимите грудную клетку. Хорошо, опустим. Вытянем руки вперед. Лоб и нос на полу. И давайте поднимем руки, ноги, корпус, голову от пола. Опустим. Снова поднимаемся. И опустим. Еще раз повторим. Поза Супермен, Випарит Шалабхасана. Отдыхаем. Можно передохнуть в позе крокодила Макарасана. Правая щека на полу. Левая ладонь возле лица, правая рука за головой. Левая нога согнута в колени. Внутренней стороной уложить ее на пол. Закроем глаза и три раза сделаем брамари. Звук летящей пчелы. Глубокий вдох. Через правый бок перевернемся, ляжем на спину. Поднимемся в позу лодки. Руки, ноги и корпус приподнять от пола. Теперь можно соединить руки в замок. И начните вращать руками, сгибая локти.
И при этом можно сгибать ноги в коленях, поднимать корпус, а затем выпрямлять. Руки, ноги, корпус отклоняться назад на вдохе. Поднимаемся, сгибаем ноги, выдох, опускаемся. И вот так повращайте руками, подвигайте ногами и корпусом. Последний раз. И в другую сторону. Все то же самое, просто руками вращаем в другую сторону. Хорошо, расслабьтесь. Ложимся. Заведем руки под таз, ладони направьте вниз. И на вдохе обе ноги прямые поднимаем. Потяните носки на себя, а пятками толкните вверх. Продолжайте дышать. Больше ничего не делайте, просто держим прямые ноги вверху. И с выдохом плавно опустим. Освободим руки. Расслабьте все тело. Сделаем полумост, сетабандхасану. Пятки поставим поближе к ягодицам. Руки вдоль тела и на вдохе поднимаем таз. Потянемся животом, бедрами вверх. Руки под собой соединяем в замок. Лопатки, плечи ближе друг к другу. Продолжайте тянуться тазом вверх. Теперь можно согнуть руки в локтях и разместить ладони на области поясницы. Так, чтобы руки придерживали поясницу. Поднимем правую ногу. Опустим. Поменяем левая нога. Хорошо, опустим, освободим руки, укладываем спину, позвонок за позвонком, вытянем ноги, расслабьтесь несколько мгновений с закрытыми глазами. Сделаем позу рыбы, матсьясану. Снова ладони заведите под таз. Направьте их вниз. И на локтях приподнимаемся, выталкиваем грудную клетку вверх. Локтями потянитесь ближе друг к другу. Если вам комфортно в области шеи, то можно расслабить голову.
и опустить ее на пол, коснуться пола. Если возникает головокружение или неприятное ощущение, можно не запрокидывать голову назад. Тянемся груди вверх. И расслабьте, ложимся. Сделаем йога-нидру. Лежа на спине, с закрытыми глазами, немного разведите ноги в сторону и руки тоже чуть-чуть разведите. Разверните ладони вверх. Можно попробовать уложить поясницу на пол. Потянуться копчиком вовнутрь, прижать поясницу к полу и затем расслабить. Если в таком положении, лежа на спине, область поясницы у вас сильно напрягается, есть неприятные ощущения, вы можете подкладывать плед под эту область. И с закрытыми глазами давайте сделаем снова брамри 3 раза. Звук летящей пчелы. Глубокий вдох. Все, все отпустите. Расслабьте все ваше тело. Расслабьте ваши стопы. Расслабьте голени. Колени. Расслабьте бедра, ягодицы. Полностью расслабьте ваши ноги. Перенесите внимание на область гениталий, низ живота. И отпустите любое напряжение из этой области. Расслабьте. Область пупка. Весь живот. Грудная клетка.
Расслабьте ее. Расслабьте лопатки, плечи. Расслабьте ваши руки. Шея, горло. Расслабьте все лицо. И все тело. Полностью расслабьте все ваше тело. Перенесите внимание на дыхание. Дыхание движется без усилий. Понаблюдайте движения, возникающие в вашем теле благодаря дыханию. Несколько мгновений ничего не делайте. Просто расслабьтесь. Просто будьте. Почувствуйте свободу.
Йогин читасьям паде навачам малам шарирасьяча вайдьякинам йопакаротам праварам мунинам патанджалим пранджалирам тамасми. И медленно и постепенно осознайте свое тело и все, что вас окружает. Пошевелите пальцами рук и ног. Если хотите, можно немного потянуться. И аккуратно повернуться на правый бок, помогая себе руками. Плавно садиться. И когда будете готовы, можно открывать глаза. Доброе утро. Добрый день, добрый вечер, может быть, у кого-то. Лен, у тебя вечер или утро? Утро? Утро. Спасибо большое вам за занятие. Всем хорошего воскресенья завтрашнего и сегодняшнего хорошего дня. И в понедельник продолжим. Джай Гурудев. Пока-пока.